передмілі, одна із самих ранніх день на ринку. Опять же повторюсь, прошлый год в Молдавии один фермер, ему дали 10 самых популярных гибридов с дынь, которые идут на мировом рынке. Делал он критерии по раннеспелости и вкусовым качествам. Ну, вот Радмилу он выбрал на первом месте. Получилась она у него раньше, чем все, и одна из самых вкусных дынь была. Есть практика ее выращивать в теплице. Тоже люди ее в теплице выращивают. Она типа мало идет. Спасибо за внимание. С вами был ваш супермаркет Семен. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки.